Всем здорово, рыбаки! Сегодня мы отправляемся в штат Орегон, где будем выполнять миссию исследования Falcon. Для выполнения нам надо найти и поймать 4 рыбешки, такие как обыкновенный солнечник, красногрудый солнечник, скальный окунь и малоротый бас. Отправляемся на локацию Бурелом и приготовим наши снасти. Для поимки солнечников ставим маленький крючок и в качестве наживки мотыля. Глубина здесь небольшая, поэтому можно сделать спуск примерно 50-60 сантиметров. Не бойтесь и не стесняйтесь перематывать время на пике клёва. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее выполнить миссии. Итак, в поисках солнечников делаем телескопическим удилищем забросы поближе к траве. На спиннинг поставим небольшую джиг-головку с крючком 1.0 и насадим силиконку червя. На эту снасть будем ловить малоротого баса. Что-то неплохое прицепилось и упорно не хочет выходить на берег. Не малоротый бас, но неплохой экземпляр кумжи. На силиконового червя бас не хотел ловиться, поэтому я попробовал волкер. И тут заметил, как кто-то начал тревожить мой поплавок. И вот первый нужный экземпляр, обыкновенный солнечник, еще и трофейный. Судя по весу трофея 300 грамм, крючок номер 4 очень большой, так что для поимки обычных экземпляров лучше поставить крючок помельче. Думаю, для красногрудого солнечника крючок номер 8 будет в самый раз, можно даже поставить десятку. Заброс делаем туда же. Спустя несколько минут видим, что опять кто-то пытается угнать мой поплавок. А вот и красногрудый солнечник. Значит, крючок был подобран правильно. С левой стороны у коряги бас почему-то клевать не хотел. Поэтому я попробовал сделать забросы в правую сторону поближе к камням. При ловле малоротого баса, да и большеротого в принципе тоже, не спешите вытаскивать приманку на берег. Бас как и форель, очень рыба быстрая, бойкая и в погоне за приманкой может наброситься на нее прямо у ваших ног. Вот так вот малоротый бас пойман, осталось поймать только скального окуня. А где же его искать, кроме как не у скал? Отправляемся на локацию логова форели, там где пришвартованы наши лодки. Поворачиваемся налево и бежим в самый конец локации. Здесь я встретил одинокую рыбачку, которая ловила форель. На телескопическое удилище я поставил земляные черви и сделал заброс поближе к скалам. Но на всякий случай поинтересовался у этой рыбачки, не знает ли она, где ловится скальный окунь. Девушка охотно согласилась показать мне место, но в это время что-то клюнуло на удочку.
А это как раз и был скальный окунь, так что идти никуда и не пришлось. Ну вот, наконец-то, миссия исследования Falcon выполнена. Получаем награду 1400 серебра, 1 биткоин и наживку в виде мешочков с икрой. Всем зрителям спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, на паблик ВК, Facebook и Instagram. А я с вами прощаюсь, ребятушки, до следующего видео. Скоро увидимся. Пока-пока.